Всем привет, меня зовут Яда Катарин, мне 9 лет. У меня школой я занимаюсь, я в некоторые дни хожу на робототехнику, на вокал, а на выходных в субботу я хожу в киношколу. Ребенку будет нетрудно, потому что ты можешь спокойно себе пойти, например, с кем-то для начала сделать ДЗ, а после с кем-то погулять пойти. Легко пойти взрослым? Нет, потому что если у них есть дети, то тогда им надо ухаживать за детьми, надо покупать дом, надо оплачивать за дом, надо покупать вещи, надо все еду покупать, гаджеты и все остальное. Если бы у меня была волшебная палочка, я бы людям дала деньги и здоровье, чтобы никогда никто не болел. Книги читаю для того, чтобы пополнять свой словарный запас. И просто для интереса узнавать что-то новое. А фильмы смотрят, также узнают также что-то новое. У них развивается фантазия. Лучший друг должен быть лучшим. Никогда не предавать, ну и не обижать никого. Я считаю чудом, если люди перестанут быть злыми. Показывать свой характер, думать, что они крутые. Я бы помогла пожилым людям внимание, потому что для них это очень важно. Через 10 лет я себя вижу милой, красивой студенткой университета Ягеллонка. Черный цвет меня привлекает своей глубиной, а золотистый мне всегда нравился.